Get Movies. Канал для всей семьи. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Тигренок. Здравствуй, крошек. Чем это ты так занят? Привет! Я не крошек, я дикий тигр. Ого, какие когти! Ага, пойду остальным покажу. 3, 4, 5. Я иду искать. Никого. Убежали куда-то. Может быть, их что-то напугало? Интересно, что? Ой, шарик! Шарик, стой! Барашек, тигр поймает твой шарик. Оп, барашек, держи. Твои колючки, мой шарик. Эх. Как его? Раз и поймал. Тигр все поймает. Есть еще шарики? Барашек! А он чего? Тоже испугался? Барашек расстроился из-за твоих колючек. Интересно, каких? Я сильнее всех в лесу, на спине свой дом не знал. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я не крошек, я быстрый тигр. Быстрый, тогда ты водишь. Теперь ты. Пандочка, ты не хочешь играть? Хочу, но твои царапки очень острые. Ой, царапки, а еще колючки и пугалки. Это все когти. Но без когтей я совсем не тигр. Еще какой тигр! Смелый, ловкий, быстрый. Только не дикий, а домашний. Тигренок! Все верно, когти нужны тиграм. А малышам без когтей намного лучше. Подстригание ногтей. Пандочка, после душа спать? Стричь коготочки! С каждым днем, с каждым днем мы растем, как в саду цветочки. Ну а с нами растут, ничего не сделать тут нам. Ой, растут, растут, растут наши ноготочки. У сыночка растут и растут у дочки. Чтобы нам не превратиться в медвежонка и орлицу, будут ногти стричь чик-чик, чик-чик-чик-чик. Девочка и мальчик-чик. Ой, растут, растут, растут наши ноготочки. У сыночка растут и растут тут дочки. Чтобы нам не превратиться в медвежонка и орлицу, будут ногти стричь чик-чик, чик-чик-чик-чик. Девочка и мальчик-чик.
Чик! 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 Чик-чик! Чик-чик! Нюхалка! Привет! Привет! Здравствуйте! Здравствуйте, малыши! Какой аромат! Пахнет! Вазочка! Не вазочка, цветочки! Не пахнет! А так? И так не пахнет! Барашек, ты не чувствуешь запах цветов, потому что... Нюхалка сломалась! Нюхалка? Сломалась? Да, нужна новая! Интересно! Ой, какая знакомая нюхалка! Нет, эта нюхалка тоже не работает! Барашек! Кажется, с новыми нюхалками ничего не вышло. И наш барашек совсем расстроился. Погоди, барашек! Не плачь, барашек! Спасибо! Вот, не грусти, пожалуйста! Спасибо! Как вкусно пахнет! Барашек! Твоя нюхалка заработала! Правда! О, пахнет! Прекрасно пахнет! Моя нюхалка прочистилась и снова работает! Ура! Чистым носом можно почувствовать столько вкусных запахов. Запахи. Розочка. Нюшенька. Я задам вам, извините, неожиданный вопрос. Для чего? Скажите прямо. Человеку нужен нос. Для ношения очков. Для сдувания жучков. Для подушку ранним утром сладких ласковых тычков. Чтоб везде его совать. Чтоб повыше задирать. И, конечно, чтоб повсюду ароматы собирать. Мамин розовый букет. Миска полная котлет. После дождичка трава. И осенняя листва. Мандариновая корка. Вкус сирени во дворе. Все обнюхать и запомнить. Вот задача детворе. Но в нос совать не надо, братцы, пальцы, палки, колбасу. Нос ведь может поломаться, зарубите на носу. В нос совать не надо, братцы, пальцы, палки, колбасу. Нос ведь может поломаться, зарубите на носу. Оркестр. Здравствуйте, малыши! Привет! Собрались перекусить? Эх, ничего не получится! Почему же? Посуды нет! Вот беда! Куда же она вся подевалась? Может, вон туда? Хе-хе.
Пандочка, что это ты устроила? Оркестр! А что за странные инструменты в твоем оркестре? Ничего не странные. Этот дзынькает, а этот звенит, а это бам-бам-бам. А можно мне вот на этом поиграть? Ну, возьми. А еще на этом можно? И на этом тоже. Эй! Можно, очень есть хочется. На этом я играю. А ты возьми вот это. Посуда сделана для еды. Попробуй. Барашек, тебе удобно есть суп вилкой? Совсем неудобно. Он все время утекает. Да, кажется, для супа придумано кое-что поудобнее. Ложка, на, держи. Спасибо. Так гораздо удобнее. Приятного аппетита, малыши. Спасибо. Пандочка, ты что, выпила всю воду? Да, а что еще делать? Оркестра ведь нет, одна посуда. Ой, что это? По-моему, эта бутылка готова стать музыкальным инструментом. Удивительный оркестр. Посуда. Непорядок. Что будем делать? Пить! Буду-буду-буду, буду-буду-буду. Я хвалить посуду. Я хвалить посуду. Буду-буду-буду, я посуду мыть. И за все ее благодарить. Ах, спасибо вам, кастрюльки. Ах, спасибо, ложечки, сковородки и тарелки, поварёшечки. Чайник, чашка, миска, вилка. Удивительный дуршлаг. Ты без вас кормить любимых. Ну, действительно, никак. Да-да. Ах, спасибо вам, кастрюльки. Спасибо, ложечки, спасибо. Сковородки и тарелки, поварёшечки. Ах, спасибо тебе, тёрка. Блюдце, ковшик и стакан. Ах, спасибо вам, спасибо. И от пап, от мам всех стран. Спасибо. Троекратное спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Мама-ком. Худышка. Кубик. Еще кубик. Здравствуйте, малыш. Здравствуйте. Привет. Ёжик, ты решил полить цветок? Да, только не достать. И правда, не достать. Что же делать? Надо на что-нибудь встать, чтобы быть повыше. Кубик. Еще кубик. О, кубик. Можно мне? А то у меня башня не получится. Кончились. Да, на что же ёжику теперь встать, чтобы полить цветок? О, у меня есть кубик, вот. Пандочка, да разве это... Хочешь кубик? О! Все равно не достать.
твой кубик какой-то сплюснутый. Нормальный кубик. Где кубик? Вот, это разве кубик? Ну да. Ой, какой-то он худышка. Каши мало ел. Ешь кашу, кубик. Что ты как не кубик? Худышка. Не ругай его, пандочка. Просто он и в самом деле не кубик. Не кубик? А кто же он? Квадрат. Плоская фигура. Квадрат. Так вот, почему ты худышка? Ты квадрат, плоский. Верно. А кубик – объемная фигура. Он так и называется. Куб. Вот, башня под деревом. Мне бы еще... Что ты ищешь, крошек? Окошко для башни. Надо что-то такое и такое. Квадратное и плоское? Да, квадратное и плоское. Плоское? Квадратное? Это же мой худышка. Вот, квадратное и плоское. Как хорошо, пригодились и объемные кубики, и плоский квадрат. Квадрат и куб. Пандочка, это квадраты? Это квадрат, я его вырезала. А это куб, я его склеила. Чтобы узнали скорее, ребята, чем отличается куб от квадрата, песенку эту сейчас мы споем. Песенку эту сейчас мы споем. А заодно что-то и сами про это поймем. Можно куб, погляди, весь кругом обойти, рассмотреть его с разных сторон. Он везде одинаковый, как ни крути, и что главное, в нем есть объем. А квадрат необъемный, давайте сейчас нарисуем его мы, друзья. И листочек, глядите, квадратный у нас, вот и песенка кончилась вся. Квадратик. А еще говорят, есть известный почти на весь мир, необычный, таинственный, черный квадрат. Ну а папа его Казимир. Необычный, таинственный, черный квадрат. Ну а папа его Казимир. Казимир. Репка. Здравствуй, пандочка. Привет. Привет, куда направляешься? Играть с друзьями. Ох, какой хороший. Пойдем со мной. Вот застрял. На тебя навалился слон. Огромный. Попробуй его сдвинуть. О! Давай! Вперед! И раз, и два. Кажется, мне сил не хватает. Вот незадача. Как помочь пандочке? Подожди, может, сказка про репку? Ага. Пандочка, помнишь, мы читали сказку про репку? Помню. Пойдем заглянем в эту книжку еще раз. Там ты найдешь ответ на свой вопрос. Ура! Какая хорошая идея. Ну что, давай рассказывай. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Стал дед репку тянуть, да не вытянул. Позвал дед на помощь бабку. Тянули-тянули, да не вытянули. Позвала бабка внучку. Так, а за внучкой? Жучку. За жучкой?
кошку, а за кошкой мышку. Вместе взялись и вытянули репку. Ну да. И тебе это ни о чем не говорит. Репка? Нужно позвать на помощь друзей! Идея замечательная. Спасибо. Ну беги уже скорей к ребятам. Ура! Итак, давайте вместе, дружно. И раз, и два, и три. Молодцы, мыши. Ой, репка. Вот так, в одиночку мы можем быть сильными, но вместе мы гораздо сильнее. Да, малыши, вместе вы справитесь с любым делом. Сильный и слабый. Я сильный! Бегемот сильнее лисицы, бык сильнее, чем воробей. Сила есть, как говорится, значит, есть и кто слабее. Ты пока не очень сильный, но грустить причины нет. Чтобы стать сильнее, есть один секрет. Если хочешь быть мой милый силачом, надо утром лопать кашу с куличом. И в припрыжку, и в присядку делать каждый день зарядку. И тогда ты будешь тертым калачом. Сильный все на свете может, даже долго плыть, как кит. И он слабому поможет, подсобит и защитит. Кто на свете всех сильнее? Вот вопрос. Наверное, слон. Неспроста и самый добрый тоже он. Если хочешь быть мой милый силачом, надо утром лопать кашу с куличом. И в припрыжку, и в присядку делать каждый день зарядку. И тогда ты будешь тертым калачом. Калинки, привет, малыши! Ну что, вы готовы к поездке? Здравствуйте! Готовы! А где же Нюшенька? Я здесь! Ты что, проспала? Нет, барашек, похоже, Нюшенька заболела. А как же деревня? Нюшеньке сейчас нужен отдых и теплый чай. Да, я лучше дома останусь, а вы мне потом все-все расскажете. Я посплю и проснусь здоровой. Правильно, Нюшенька. Чтобы поправиться, нужно побольше спать. С возвращением, малыши! Вам понравилась поездка? Очень! Жалко, что Нюшенька с нами не поехала. Но мы придумали, как ей попасть в деревню. Это сюрприз. А это свинки и лошадка. Они тоже живут в деревне. А это огород. Ой, домик! Он чей? Твой, Нюшенька. Ой, какой хорошенький! Спасибо! Ну и деревня Калинки сама ко мне приехала. К
Как хорошо, что можно оказаться сразу и в городе, и в деревне. А все благодаря чутким и заботливым друзьям. Город и деревня. Малыши, что вы рисуете? Домики? У меня деревенский, а у меня городской. Что такое город? Что такое город? В нем дома до неба выросли, как горы. В нем гудят машины, шинами шуршат. И повсюду люди по делам спешат. Длинные проспекты вьются, словно реки. А в них вместо рыбы люди-человеки. Напоймать их можно, как тут ни крути. На работе или в интернет-сети. Деревня. Город. 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 Деревня. А эти? И город, и деревня. Эти в деревню. Эти и в город, и в деревню. Что же есть в деревне? Что же есть в деревне? А в деревне солнце, птицы и деревья. Там совсем без спросу, прямо из избы выросла малина, вылезли грибы. А в деревне можно в озере купаться, в сене кувыркаться, на траве валяться. Никуда, ребята, в общем, не спешить, чтоб потом вернуться, снова в город жить. Би-би-би-би. Ду-ду. Вот. Здравствуй, ёжик. Здравствуйте. Поздоровайся, Ду-ду. Привет. Здравствуй, Ду-ду. Рада с тобой познакомиться. А теперь, Ду-ду, пойдем знакомиться с друзьями. Ой. А! Ой. Убежали. А Ду-ду так хотел познакомиться. Может, Ду-ду делает что-то не так? Но он немного стесняется. Ему надо быть посмелее. Вперед, Ду-ду! Бука, не подходи! Страшный! Я не Бука, я Ду-ду. Я не страшный. Пандочка! Стой! Пандочка! Пандочка, ты как, не ушиблась? Ёжик, это ты? Ой-ой-ой-ой-ой! Не бойся, он хороший. Смотри, он тебе помахал, а теперь улыбается. Нет, не улыбается. Ой. Так вот почему никто не захотел знакомиться с Ду-ду. Он никому не улыбался. Это можно исправить. Вот, теперь Ду-ду улыбается. Ёжик, какой ты молодец. Пандочка, ты больше не боишься знакомиться с Ду-ду? Не-а, он больше не Бука. Привет, Ду-ду! Привет, я Барашек. Я Мюшенька, приятно познакомиться. Давай играть, Ду-ду. Давайте, в догонялки. Как здорово, что из пластилина можно слепить все, что захочешь. А если что-то не получилось, всегда можно исправить. Лепка. Слепил колбаску, крошек? На столе лежат колбаски, но совать их в рот нельзя. Ведь они из пластилина, не съедобен, но друзья. А лежат колбаски эти, чтоб без молотков и пил. Ты, мой милый, все на свете,
ты, мой милый, все на свете сам себе сейчас слепил. И мы тоже будем мять, и дай-ка пять, будем песню напевать. И опять мы будем мять, попотеть слегка придется, но зато как сладко мнется, а какое это чудное занятие. Разлепление, слепление и мятие. Мням-мы-мням-мы-мням-мы-мням-мы-мням-мы-мням-мы-мням. Мням-мы утром, мням-мы ночью и, конечно, днем. И мы тоже будем мять и дай-ка пять, будем песню напевать. И опять мы будем мять, попотеть слегка придется, но зато как сладко мнется, а какое это чудное занятие. Разлепление, слепление и мятие.